皆様、2022年12月31日の近畿キッズのブンブブーンは、放送休止だったから、近畿キッズ第一放送は、ここから18分ほど、中断させていただきます。中断では、第8回を放送して、それがすぐ終わったら、近畿キッズの紅白初優勝記念、24時間放送を続いていきたいと思います。まもなく12時32分です。Сикейрос, это испанский или мексиканский живописец? Тишина. Никаких подсказок. Верно. Сколько минут в одном часе? 23. Верно. Банк. Назовите высший орден британской короны, девиз которого «Позор тому, кто дурно об этом подумает». Мало людей. Орден подвязки. Назовите русского математика, который в 1826 году объявил о рождении новой геометрии, названной неевклидовой. Я свой ответ. Лобачевский. К какой языковой группе относятся молдавские и французские языки? Самый популярный. Романский. Залодья. К какому семейству отряда куриных относится павлин? Ну что же... Я иду в народ, и народ мне поможет. Я это знаю. Неверно, к Фазановым. Назовите город в Московской области, в котором находится Международный объединенный институт ядерных исследований. К сожалению, ошибка. Неверно, Дубна. В какой реке, согласно новозаветному преданию, был крещен Иисус Христос? Черт вопрос. Иордан. Какой писатель родился раньше, Толстой или Достоевский? Поехали. Верно. Банк. В какой стране был создан первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет, в СССР или США? Тишина. Если будут подсказки, мы аннулируем ответы. Верно. Банк. Как называется одичавшая домашняя лошадь в Северной Америке? Явитес из Букбейна. Верно. Как называется река, которая протекает по границе между Афганистаном и Узбекистаном? Третий вопрос. Амударья. Какое комнатное растение иначе называется пеларгония, герань или бегония? Полная тишина. Верно. Литавр – инструмент духовой или ударный? Миссис Явель. Верно. Как называется школьный предмет, изучающий строение и развитие космических тел и Вселенной в целом? Миссис Явель. Кажется. Верно. Банк. Что получил от Аполлона в обмен на лиру покровитель пастухов и путников Гермес? Правильный ответ мы получили, но печать все равно остается у меня. Неверно, золотой жезл. Назовите английского писателя, автора романа «Посмертные записки Пиквикского клуба». Смотрите. Верно. Назовите знаменитого греческого математика, который был убит в 212 году до нашей эры при обороне Сиракуз. Знаю, хорошо ли это. Верно. Банк. Как иначе называют траву маун, из корней которой получают лекарственные успокаивающие препараты? Ваша версия. Валерьяна. Как называется тип самолета с двумя крыльями, расположенными одно над другим? Забирайте трудовую, без трудовой трудно трудоустроиться. Верно. Как называется очищенный сахар в кусках? Мархев. Верно. Пап, назовите страну временной столицы, которая является город Абу-Даби. Полная тишина, никаких попыток подсказывать. Неверно, Объединенные Арабские Эмираты. Назовите восьмую планету Солнечной системы, которая была открыта в 1846 году немецким астрономом Иоганном Галле. Время вышло, правильный ответ – Нептун. Вы положили в банк сумму 50 тысяч. Раунд второй. И у вас в банке 50 тысяч. Как называется поединок с применением оружия между двумя лицами по вызову одного из них? Да ну перестань! Верно. С каким государством в начале 17 века Россия вела так называемую Смоленскую войну? К сожалению, правильного ответа я не получила. Я попробую обратиться к группе поддержки. Прошу вас. С Польшей. Назовите планету Солнечной системы, у которой самая длинная орбита вращения. Неправильно. Неверно, Плутон. Назовите сценический псевдоним известной французской эстрадной певицы Эдит Гасьон. Тишина. Верно. Прометей – это герой греческой или римской мифологии? Война идет. Верно.
Что, согласно русской поговорке, горит на воре? Зрители там, никаких подсказок, полная тишина, концентрация. Верно. Назовите материк, на котором находится вулканический массив Килиманджаро. Полная тишина. Верно. Так в биологии называют виды организмов, обитающие по всему земному шару. К сожалению, правильного ответа я не услышала. Я обращаюсь к группе поддержки. Пожалуйста. Неверно, космополиты. Назовите композитора, автора музыки к фильмам «Берегись автомобилей» и «Служебный роман». Владимир. Неверно, Андрей Петров. Какое название в 1946 году получила Красная Армия? Полная тишина. Верно. Кто стоит во главе государства Люксембург? Князь или великий герцог? Добыто койки. Верно. Банк. Название какого вида искусства переводится с греческого как «зрелище»? Печать остается у меня, а мы продолжаем наше расследование. Неверно, театр. Игарка – это название города или озера? Что думаете вы? Неверно, города. Какое вещество является взрывчатым? Тротил или толуол? Верно. Какой древнегреческий поэт по преданию был слепым странствующим певцом? Давитес и Нигласт. Верно. Какой персонаж в мультфильме о Карлсоне озвучивала Фаина Раневская? Давайте проверим ваше предположение. Верно. Какое время года, согласно неоконфуцианству, соответствовало понятию мудрость? Зима или лето? Четвертая строка. Верно. Как называются оранжево-желтые растительные пигменты, которые в организме человека служат источником синтеза витамина А? Принято. Верно. Скажите по-гречески «я нашел». Страшно далеки они от народа. Эврика. В какой стране находится собор Нотр-Дам-де-Пари? 63. Верно. Как начинается русская пословица, которая заканчивается словами «пирожка не поднесет»? Полная тишина. Никаких подсказок. Если будут подсказки, мы аннулируем ответы. Это бывает забавно. Верно. Банк. В каком французском городе заседает Совет Европы и Европейский парламент? Время вышло. Правильный ответ – Страсбург. И вы снова упустили возможность заработать 50 тысяч рублей. А вот и нет. Назовите оперу Чайковского, написанную по поэме Пушкина «Полтава». Ладно. Неверно, Мазепа. Назовите персонаж сказки «Приключения Алисы в стране чудес», улыбка которого оставалась висеть в воздухе после того, как сам он исчезал. Тишина. Верно. Назовите страну, в которой к мужчине вежливо обращаются эфенди. Печать остается у меня. Неверно, Турция. Какой судья в боксе называется рефери? Боковой или на ринге? Установите. Верно. Назовите фамилию архитектора, автора проекта Зимнего дворца, построенного в 50-х годах 18 века. Вторая строка. Растрелли. Как называется государственный орган, рассматривающий уголовные и гражданские дела и осуществляющий правосудие? Тишина. Верно. Где бога царства мертвых звали Анубис? В Древней Греции или в Египте? В Подмосковной области. Верно. Кто из музыкантов группы Битлз был барабанщиком? Ринго Стар или Пол Маккартни? Может, изъявите? Верно. Как называется самодвижущийся, самоуправляемый и самонаводящийся на цель подводный снаряд? Никто. Верно. Банк, канун какого праздника происходит действие романа «Чисто английское убийство»? Да се явите, значит, к такому поэне не. Верно. Назовите страну, в которой обитает птица киви. Это неправильный ответ. Неверно, Новая Зеландия. Какое общее название имеют все измельченные вещества повышенной твердости, которые используют для механической обработки поверхностей? Не сявили. Верно. С каким холодным оружием исполняется знаменитый танец в балете Хачатуряна ГНЭ? Хотелось бы взглянуть. Верно. Банк. Как называется жанр американского кино, повествующий о первых поселенцах западных районов Америки? Что скажете? Верно. Как называется нотный знак, означающий перерыв в звучании одного или нескольких голосов музыкального произведения? Это неправильный ответ. Неверно, пауза. Назовите пятый месяц календарного года. Март. Верно. Как называется верхняя часть головы от макушки до лба? Тишина. Неверно, темень. Название какого течения в западноевропейском театре второй половины 20 века происходит от латинского слова «нелепый»? Второй. Абсурд. Время вышло, я не успеваю задать вопрос. Раунд четвертый. К этому моменту вам удалось заработать 150 тысяч. В каком веке родился русский живописец Николай Рерих? Чазям. Верно. В какой европейской стране до 1962 года принадлежал Алжир? Штатмен. Верно. Как называют дирижера руководителя военного духового оркестра? Слушайте мой вопрос. Неверно, капельмейстер. В какой стране мелкопоместных рыцарей называли Идальго? Ностальгия. Верно. Назовите киностудию, на которой работали режиссеры Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко. Кинки Кирс. Верно. Банк. Как в архитектуре называется любое здание, высота которого намного больше его горизонтальных размеров? А мешочек с волшебным песком остается у меня. Неверно, башня. Название каких возбудителей болезней в переводе с латыни означает яд? Полная тишина. Верно. Какой вид спорта разделяется на вольную и греко-римскую? Тишина. Верно. Банк. Назовите денежную единицу Польши. Мешочек с волшебным песком остается у меня. Неверно, злотый. Назовите царя Израиля, которому принадлежат тексты, собранные в библейской книге «Песнь песней». И этот мешочек с волшебным песком остается у меня. Неверно, Соломон.
Как называется балет Валерия Гаврилина, созданный по мотивам рассказа Чехова «Анна на шее»? Я чувствую себя, как будто мы на взвешивании. Анюта. При извержении какого вулкана в 79 году нашей эры погиб римский ученый Плиний Старший? Это неправильный ответ. Неверно, Везувий. Назовите драматурга, пьеса которого легла в основу фильма Марка Захарова «Обыкновенное чудо». Это тоже неправильный ответ. Неверно, Шварц. В музее какого города находится знаменитый плот Кон-Тики? Слушайте внимательно мой вопрос. Неверно, Осло. Какую спортивную игру в 1891 году придумал американский преподаватель Джеймс Нейсмит? Тишина, и за подсказки мы аннулируем ответы. Верно. Бан, какое специальное закрытое помещение используется для учебной стрельбы из ручного огнестрельного оружия? Тишина. Верно. Какой день недели начинался... Никаких подсказок. Название известного произведения братьев Стругацких. Тишина. Верно. Время вышло. Общая сумма вашего выигрыша составляет... 200. ...тысяч рублей. Назовите актера, сыгравшего роль Огурцова в фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Можете съявить, это сачуем по эне. Верно. На территории какого государства расположены города Гомель и Гродно? Белоруссия. Неверно, Ижевск. С какого московского вокзала уходят поезда в Рим, Стамбул и Афины? С киевского или белорусского? Так, Лиза и Ксюша, пожалуйста, займите свои места. Вы присели вместо того, чтобы замереть. Неверно, с киевского. Какую роль в свое время сыграли актеры Шон Коннери, Джеймс Мур и Тимоти Далтон? Внимание, вопрос. Верно. Как до начала 20 века называлось защитное вооружение тяжелой кавалерии, состоящее из двух металлических пластин, выгнутых по форме спины и груди? Все, концентрация. Верно. Банк. Назовите английского ученого и писателя, автора трилогии «Властелин колец». А кто режиссер, по-вашему? Джон Толкиен. Назовите фильм Леонида Быкова, в котором прозвучала песня композитора Новикова «Смуглянка». Я ведься. Верно. Как в карточной игре называют черную мать с изображением наконечника копья? Тишина, концентрация. Верно. Банк. От какого стихотворного размера не мог отличить ям? Время вышло, я не успеваю закончить вопрос. Раунд шестой. И у вас в банке 250 тысяч. При каком русском царе был построен в Москве храм Василия Блаженного? Дубль 2. Неверно, Иван Грозный. Кто из российских актеров сыграл маршала Жукова в 12 фильмах и Ленина в 6? Никто. Верно. Как называется участок пустыни, в котором есть источники пресной воды? Полная тишина. Никаких подсказок. Верно. Какой цвет дает краситель индиго? Синий или зеленый? Да. Верно. Сколько строк в классическом сонете? 24. Неверно, 14. Какие острова в Тихом океане имеют второе название Сандвичевы острова? Слава, не успел немножко, занимай свое место. Неверно, гавайский. Как назывались различные поселения в русском государстве 11-18 веков, население которых временно освобождалось от государственных повинностей? А почему вы так считаете? Неверно, слобода. Как называются древние исландские прозаические сказания и легенды, авторство которых не установлено? Очень жаль. Саги. Кто, согласно лаврентьевской летописи, пришел княжить в древнее Белоозеро, Рюрик или Синеус? Мы не услышали полного правильного ответа наших игроков, и я отправляюсь в зал к группе поддержки. Неверно, Синеус. Как называется брусок из обожженной глины, один из основных материалов? Бывает. Верно. В каком городе находится знаменитая Днепрогэс? Четвертый вопрос. Верно. Банк. Сколько ведер содержалось в бочке согласно русской системе мер? 218-0. Неверно, 40. Какой город расположен севернее, Норильск или Якутск? Ваша версия. Неверно, Норильск. Назовите металл, для которого установлена проба номер 925. 180. Верно. Назовите режиссера-постановщика фильма «Москва слезам не верит». Меньшов. Верно. Время вышло. Какому городу посвящена книга Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой»? Мы не услышали правильного ответа от наших игроков, и я отправляюсь к группе поддержки. Неверно, Париж. В какой стране возник танец «Лепка-Емка»? Давайте узнаем правильный ответ. Для этого посмотрим на экран. Верно. Как назывался выпускавшийся французской фирмой Патэ портативный граммофон? Смотрите. Верно. Какой месяц на Руси назывался жнивень? Август или сентябрь? Давайте проверим вашу версию, посмотрим на экран. Верно. Как называется оборотная сторона одежды? Мария, вам выбирать. Верно. Какой материал для письма был основным у древних египтян? Глиняные таблички или папирус? Неверно, папирус. Верно. Банк. Как в архитектуре называется застекленный, прямой, полукруглый или многогранный выступ в наружной стене здания? Верно. Как называется старинное ручное огнестрельное оружие с фитильным замком? Мушкет или аркебуза? Поделитесь можем... с Марией, потому что выбирать ей. Да. Неверно, мушкет. В царской армии чин штабс-капитана был выше или ниже капитана? Да. Верно. Как называется куполообразное жилище индейцев в Северной Америке, сделанное из кожи, ветвей и коры? Тишина. Если будут попытки подсказывать, мы аннулируем ответы. Это важно. Верно. Банк. Назовите роман Александра Фадеева, в котором он рассказал о подвиге молодых героев-краснодонцев. Верно. Как в Коране называют фантастическое существо из чистого бездымного огня, сотворенного Аллахом?
И еще. Джин. Как в старину называли оружие с тяжелой каменной или металлической головкой на рукояти, а также символ власти в Польше до 19 века? Неверно. Булава. Булава. Каким словом французского происхождения? Время вышло, я не успеваю закончить вопрос. Общий приз сегодня составляет 400 тысяч рублей. На кон поставлено 400 тысяч рублей. Назовите государственного деятеля, которого сменил на посту наркома по военным и морским делам Михаил Фрунзе. Вопрос оказался очень сложным, и печать остается у меня. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Лев Троцкий. Назовите наркома иностранных дел РСФСР, назначенного на этот пост в мае 1918 года. Полная тишина. Полная тишина, никаких подсказок. Это правильный ответ. Назовите композитора, который в 1723 году стал директором хоровой школы Санкт-Томас-Кирхе в Лейпциге и обучал мальчиков нотной грамоте и пению. Тишина. При попытке подсказывать мы аннулируем ответы, поэтому никаких даже попыток. Это правильный ответ. Назовите итальянского композитора, который в 1861 году написал оперу «Сила судьбы» по заказу Мариинского театра. Мы услышали разные версии наших игроков, но, к сожалению, правильной среди них нет. И я отправляюсь к группе поддержки. Ваша версия. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Джузеппе Верди. Назовите русского писателя, который свои первые романы издавал под псевдонимом Сирин. Саша, пожалуйста, займи свое место. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Владимир Набоков. Назовите русского писателя, жившего в эмиграции в Париже с 1932 года, автора романа «Антиутопии. Мы». Наушники, оставьте наушники, денег стоит. Господи, что же за люди на телевидении работают? Все, аплодисменты вам, Евгений, идите сюда. Это неправильный ответ. Правильный ответ Евгений Замятин. Какое слово, означающее побудительную причину поведения, произошло от названия остроконечной палки, которой древние римляне погоняли скот? Чудо. Это правильный ответ. Какое название получила фигурка, изображавшая Деву Марию в средневековом кукольном представлении? Теперь мы идем к вашим друзьям, в надежде, что они нам помогут. Пожалуйста. Правильный ответ – марионетка. Если вы сейчас ответите правильно, вы выиграете. Назовите античный город, который располагался на территории современной Турции и был описан Гомером в поэме «Илиада». Митя, пожалуйста, займи свое место, не успел немножко. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Троя. Если вы сейчас ответите неправильно, вы проиграете. В каком городе происходит действие романа Джойса «Улисс»? Это неправильный ответ. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Дублин. Сегодня вы самое сильное звено, и вы уходите домой с суммой 400 тысяч рублей. Радио. Койчи. Койчи.